Привет, как дела? Все хорошо. Добро пожаловать на мой канал Питер в кармане. И сегодня предлагаю провести день с петербуржцем. Погода, смотри, какая. 20 апреля, снег. Совсем не типичная для Питера, конечно, в апреле. Пишут, это период такой. Обычно холодно, дожди, а тут снег. В общем, это нам не испортит настроение, а только придаст оптимизма. Пойдем гулять. В любое время, в любом месте. Питер в твоем кармане. Так, ну мы с вами приехали на станцию метро Технологический институт, моя любимая станция. И идем с вами на набережную Фонтанки 121. Так, выходим в сторону Московского проспекта. Технологический институт. Там Измайловский у нас проспект. Нам вот в ту сторону. Одинокие самокаты стоят. Ждут, когда потеплеют, и будут на них кататься все ребята. По дороге встречаем памятник Менделеева, курящую женщину, и вот всю таблицу Менделеева, которую он, собственно говоря, открыл. Представляете, целая таблица Менделеева на всю стену, пожалуйста, изучайте. Быстренько зайдем в Бэггинс кофе, возьмем кофеек. Пойдем дальше. Нам нужно перейти на ту сторону набережной и идти вдоль нее буквально минут 5. Вот люблю я Бэггинс за то, что они вот такие комплиментики маленькие дают. То орешки, то вот такую конфетку замечательную. Но я без себе, без изменений взял американо. Вон там вдалеке, видите, причал. Я вот надеюсь, что мне сегодня удастся поплавать. Смотрю, там вроде люди даже есть какие-то. Надо бежать, потому что с 11 у меня запись. Бегу, а еще я потерял очки. Блин. Это печально. Печально. Кто-то слепил вот такого маленького чудесного снеговичка. Ну что, мы с вами уже на борту нашего крейсера, нашего прогулочного катера. Вот, что хочу сказать. Стоит это 300 рублей, если ты приходишь к 11. То есть первый рейс в 11 часов утра. Отправляется он от набережной реки Фонтанки 121 и, наверное, плывет по самому попсовому классическому маршруту рек и канал Петербурга. Мечта интроверта, видите, вообще никого нет, один я такой. Я вот в снег, ну, скажем так, в зиму, хотя сейчас не зима, апрель месяц, ни разу еще не катался, то есть не видел город Санкт-Петербург свой любимый в снегу с воды. То есть такой для меня это новый экспириенс. Связано название собора, на который вы наверняка уже заключили в кирпичную трубу один из знаменитого Мариинского театра. Является пионером среди театров по использованию технологий. Самое концертное сооружение было служили для сушки дерева, а высокие окна арки позволяли разгружать семью как с суши, так и с воды. На протяжении II собор перестраивался и для того, чтобы закрепиться в этом районе, имеется синий мост. Но перед тем, как мы вплывем под него, построил на ней каменный дом. Невский проспект проплываем. В Петербурге чугунный мост. А в некоторых домов оставляли только каркас, а внешний корпус строили сам. Случай предложил выстроить здесь мост. От моста неуловимый виден кусок торцовой площади с Александровским шоссе. Красавец Петропавловский собор. Обожаю вообще Заячий остров, конечно. Мраморный дворец. Смотрите, во всей красе. Обратите внимание, что даже в Неве никого нет. Просто мечта интроверта, ребят. Вместе с...
стало холодно, я решил зайти сюда вовнутрь. Видите, снег, сосульки висят. Очень холодно, я не вру. Погода просто ад. Меня это не останавливает. Наше путешествие с вами по рекам и каналам Санкт-Петербурга подходит к концу, но сама прогулка еще продолжается. Я очень сильно продрог, нужно срочно греться. Пойдемте искать место. Быстрым и уверенным шагом мы с вами дошли до улицы Садовая, где-то минут за 7 дошли. И идем, наверное, вот в булочную Вольчика. Находится она на пересечении Садовой и Вознесенская. Если точным быть, то адрес Вознесенская, 45. И вот такой вот замечательный дом со шпилем на Садовой. Это дом городских учреждений. Потрясающе просто. Один из самых моих любимых зданий. Вот нашел более удачный ракурс, чтобы показать вам его весь во всей красе. Ну что, пошлите греться, пить чай. Так, ну что, немного подкрепились, сели с очень, взяли чаек и идем в сторону Семимостя по Садовой к общественному пространству Никольские ряды. Покажу вам, что же там интересно. Сами Никольские ряды находятся в таком вот замечательном желтом красивом историческом здании, которое раньше было, разумеется, рынком. Но сейчас это общественное пространство. Но, к сожалению, Никольские ряды закрыты. Там сейчас будет переоборудование, все на летний сезон. По Садовой ходят вот такие вот красивые, современные, но сделанные под ретро трамваи. Я, конечно, подозревал, что Никольские ряды будут закрыты на переобувку, так сказать. Но ничего страшного, не расстраивайтесь. Зато мы сейчас с вами поедем в выставочный центр Манеж на выставку «Город-герой Ленинград». Так, ну что, на автобусе вот на 10-м доехали до Исаакиевской площади. Вон там нас ждет Манеж. Сегодня, видимо, не мой день. У меня оторвалась пуговица. Слава богу, я ее нашел. У меня очень раритетный тренч с такими вот пуговицами, которые просто так вот где-то найти не получится, а пришить какую-то другую тоже фигня. Да, на это здание можно любоваться вечно. Красота-то какая! Лепота! В любое время, в любую погоду, в любую, всегда он прекрасен. Согласны? Человеку вообще не холодно. Вот он, выставочный комплекс Манеж. И выставка «Город-герой Ленинград». Смотрите, какой замечательный вид отсюда. Просто заставка на рабочий стол. К юбилею полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады центральный выставочный зал «Манеж» сделал городу и его жителям прекрасный подарок. 27 января начала работу грандиозная выставка, посвященная трагическим и героическим страницам жизни блокадного города. Мне дали вот такой вот аудиогид. Выставка сделана, как всегда, на высочайшем уровне, с умелым использованием практически всех доступных мультимедийных изобразительных средств. На самом деле это не просто выставка, это целый мир, спектакль. Хронологически выстроенный рассказ о жизни в городе в самые страшные его периоды, периоды блокады. Проходит выставка с помощью аудиогида. Для меня это не первый опыт, но этот опыт мне запомнится надолго. Текст проводника читает сам директор Манежа. А вот рассказы из первых уст ведется от действующих лиц этого спектакля. Их 5. Школьник, студентка, сотрудник института, скрипач и заведующая детского сада.
трогали все рассказчики, но Нина Усатова просто до слез, до мурашек. Честно, даже нечего добавить. Очень интересная и атмосферная выставка. Я под большим впечатлением выхожу отсюда. Напротив Исаакия, вот, ближе сюда, к саду, да? Есть такие вот экскурсионные автобусы, очень крутые. Сделаны под ретро. Возможно, это и есть старые автобусы, которые отреконструировали и вот пустили в оборот. Предлагаю еще немного прогуляться в сторону Дворцовой площади. Очень жалко животных, которые в такую холодину стоят здесь на морозе. Трудно представить, что пару недель назад было почти 20 градусов тепла. А сейчас минус 3. Пойдем, я тебе еще покажу интересную пышечную, в которой ты вряд ли когда-либо был. С очень-очень-очень интересным интерьером. Находится прямо позади меня. Рядом с Дворцовой. Какая-то интересная пушечная. Здесь же можно выпить и кофе, сваренный на профессиональной кофемашине. А этого персонажа вы узнали? Я есть Гру. Ну вот, наша с вами прогулочка на сегодня подошла к концу, я думаю. Я помчал домой, а ты не забывай подписываться на мой канал «Питер в кармане», в Ютубе, в ВК, обязательно в группу вступайте. И хорошего дня!